Почти 90 литров алкоголя изъяли участковые инспекторы у жительницы одного из сел района имени Габита Мустрепова. Полицейские собрали материал по статье 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Изъятую продукцию направили на экспертизу, после чего материал передадут в суд. В целях профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, полицейские проводят рейдовые профилактические мероприятия. Недопущение правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства является одним из направлений их работы. За реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии предусмотрен штраф от 15 до 500 месячных расчетных показателей. С начала года за незаконную продажу алкоголя к ответственности привлечено 74 североказахстанца. Изъято почти 1500 литров спиртного.